как добраться до Гибралтара? Чтобы добраться до Гибралтара, скорее всего, лучше купить билет на рейс. Рейс этот будет, вероятнее всего, из Лондона. Но если у вас нет такой возможности, то можно долететь до Малаги в Испании. Если вы там еще не были, посмотреть Малагу. И дальше на автобусе, их достаточно много, ехать вдоль побережья, посмотреть Марбелью, какие-то другие более мелкие города, и добраться до Альхесираса. Альхесирас — это довольно крупный город, недалеко от Гибралтара. Далее вы садитесь на местный автобус и доезжаете до границы с Гибралтаром. Имея многократную шенгенскую визу, возможно, английскую визу также, вы можете посетить Гибралтар и таким же образом вернуться через Альхесирас, поехать или дальше на запад Испании, либо вернуться в Малагу. Малага — это самый такой мощный хаб в данном регионе, куда летают лоукост рейсы. И это, собственно, наиболее вероятный способ, как попасть в Гибралтар бюджетно, кроме перелета из Англии. Потому что Гибралтар, конечно, большая часть рейсов — это именно из Великобритании.